Всем привет, друзья! Ну что ж, вот она, наша героиня нашего сериала «Барби Кьюти Ревел» в симпатичном-пресимпатичном костюме пандочки. Давайте посмотрим, что же у нее было внутри. Здесь у нас такая рука с пальчиком. И что сделать? Просто потрогать? Очень мягкая и приятная на ощупь шерстка. Откроем крышечку, и здесь мы уже видим голову нашей пандочки. Посмотрите, какая она миленькая. Давайте ее достанем и узнаем, что же там есть еще. Вау, сколько сюрпризов! Обалдеть! Наша Барби-пандочка очень устойчивая в своем костюме, поэтому она пока постоит и поддержит всю коллекцию. Внутри у нас 1, 2, 3, 4 пакета с сюрпризами. И давайте рассмотрим внимательнее упаковочку. Так, что здесь у нас? Меняется в холодной горячей воде макияж нашей куклы. 10 сюрпризов нам обещают. Вот такая вот симпатичная пандочка нарисована. А внутри, как показано здесь, вот такая вот супер-мега-классная Барби. Что же здесь есть еще? Костюм, который двухсторонний. Посмотрите, его можно вывернуть, и она уже будет... не черно-белая, а вот в такое вот пятнышко, я так понимаю. Здесь просто из костюма получается кукла. Так, здесь одежда и аксессуары. Еще игрушечка будет маленькая, нет? Как я понимаю. Но здесь у нас макияжик. О, и у панды тоже что-то меняется. Ничего себе. То есть получается у Барби любимое животное это панда. И она как бы ей подражает. Инструкция. Так, а здесь вот вся коллекция Барби Кьюти Ревел. Здесь есть у нас пандочка, кролик, это у нас кто, собачка и котик. Ну что ж, хотелось бы посмотреть, кто спрятался в этом плюшевом костюмчике. Даже с лапками. Ха-ха, обалдеть, ручки двигаются в разные стороны. Так, а в кистях, кстати, нет. Хотя, может быть, это из-за лапок. Сейчас мы их снимем и узнаем. Здесь вот такие вот большие лапы на ногах. Самое интересное, что скрывается под этой маской. Ого! Вот это да! Вот такая вот красотка с черными волосами, в которых есть пряди красного и белого цвета. Симпатяшка. Снимем лапки. Их удерживали резиночки. Так, интересно, а без резиночек будет у нас держаться или нет? Без резиночек тоже вполне все хорошо держится. То есть резиночки у нас для перестраховки. Так, попробуем расстегнуть костюмчик. Ого, очень мягкая, очень плюшевая. Кофточка. Так, а если ее перевернуть? Давайте попробуем. Точно, она двухсторонняя, и получается вот такая вот вполне себе симпатичная курточка. Так, здесь у нее вот такой вот красный топ, или купальничек, можно сказать. Снимаем лапки. С логотипом Барби. И снимаем меховые штаны. Они, интересно, двухсторонние или нет? Нет, штаны просто черные. Ну да, у нее получается вот такой вот красный купальник. И именно поэтому она пойдет в нем в наш бассейн плавать. Летом очень жарко. Особенно проводить промо-акцию в таком теплом костюме панды. Давайте откроем сюрприз-пакетики и узнаем, что же там. Ого, какие красивые ушки. Прикольно. Так, а здесь вот такие вот красные кроссовочки. Красные кроссовочки на платформе. Или даже высокие кеды получаются. В следующем пакете
Нас ждет вот такая вот спортивная красная с полосочками юбочка. Так, а еще здесь у нас такая вот расчесочка. И здесь спонжик для макияжа получается встроенный. Еще один сюрпризик. И мы там увидим сейчас. Ого, вот такую вот милую пандочку, игрушечку. С закрытыми глазками и сердечками под глазами. Итак, я взяла этот спонжик и намочила холодной водичкой. Давайте посмотрим, что у нас произойдет. У нее появилось очень много мелких красных веснушек. Так, давайте попробуем горячую воду. Не могу понять, у нее должен появиться носик панды. А, вот, вода была недостаточно холодная. Теперь все проявляется. Смоки макияж и черный темный носик пандочки. А сейчас давайте займемся питомцем и посмотрим, что у нас будет с ним. Так, я вижу, что-то происходит с одним глазиком. Ну вот, смотрите, наша пандочка проснулась от холодной воды. Сейчас посмотрим, что будет от горячей воды. От горячей воды она опять заснула. Ха-ха, здорово. Вот такие изменения у куклы. Спонжик не очень помогает, поэтому если окунуть ее полностью в холодную воду, макияж становится намного интереснее. Оденем ей ушки. И красные кроссовочки. Вот такая спортивная красотка панда у нас получилась. И вы уже знаете, что с ней произошло в этой серии. Она совершенно случайно потеряла свой костюм. Но теперь впредь будет умнее. Ну что, ребята, понравилась вам новая кукла Барби? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока!